Слава Украине, героям слава, привет от Полонского. Но мы тут находимся на, так сказать, кладбище побитой российской техники. Сейчас вам покажу, вот у меня за спиной ракушка, так называемая, БМД ихняя. Вот видите, все, что от нее осталось. Я сразу скажу, техника в основном из Киевской области, то, что наши побили под Гостомелем, Буча, Бродянка и так далее. Сзади вот буква ВИ, чтобы вы никто не сомневался, что это техника именно расистов. Но у нас такой нет, у нас ракушек и не было никогда в жизни. Сейчас вам, я еще одно видео сделаю, где я эту всю технику покажу отдельно. Тут у нас стояла парочку пушек Первой мировой войны, на них можно не обращать внимания. А вот это российский смерч. Привет, так сказать, с большой любовью из России. Вот, это то, что засыпают украинские города вот этим вот дерьмом. Вот, тут кусок вертолета. Опять-таки лопасть сзади, вот видите, лежит на земле лопасть. И тут воздухали, я так понимаю, воздухозаборник с вертолета. Также лежит на земле остатки. Мне кажется, что это все-таки... Сейчас посмотрим, что это такое. Но... Грач, похоже. Да, это грач. Это грач. Там дальше еще башня от российского Атноны, что ли. Вон, посмотрите сзади, там, где люди стоят. И спереди там еще БТРы есть и так далее. То есть здесь такое, знаете, неплохое собрание российской техники, которая приехала в Украину. Знаете, они хотели пройти по Киеву парадом. Они, конечно, попытались пойти по Киеву парадом, но что-то пошло не так. И они ограничились. Парад у них теперь вот тут, на тротуаре, где эти все сволочи и обрели, так сказать, последний покой. Будут стоять, наверное, здесь до конца войны. Тут у нас стоит еще, я так смотрю, что тигр. Тигров в Киеве, кстати, их много, тигров в Киеве. Они возле стоят, их навезли возле, скажите мне, Ретровиля. Там тоже такой музей, знаете, российской оккупации. Как они рассчитывали взять Украину? Как там Соловьев говорил? Мы, говорит, моргнем один раз, чи бровью поведем. Я так и не понял, что он хотел, чем он хотел моргать, каким местом. Но моргнул хорошо, конечно. Вот так вот моргнул. И еще один российский БТР-80, я так понимаю, да? У нас тоже таких нет. Их техника. Вот. Да, БТР-82А. Вот, замечательно. Сами смотрите. Хорошо горит, очень хорошо. И еще тут техника стоит. БМДшка стоит ихняя. И то, что еще от одной БМДшки осталось. Вот так вот. Короче говоря, ребята, они хотели пройти парадом по центру Киева. Ну, парад у них практически получился, будем говорить. Да, практически, да. Вот. Но вот за некоторым исключением, что машины как-то очутились немного не в форме. А так парад вышел вот почти по Крещатику. Они недалеко от Крещатика здесь, кстати, стоят. И парад такой хороший у них вышел, я вам скажу. Просто замечательно. Вот. Душа, смотришь на все это российское дерьмо, и душа радуется. Сгорели, и хрен с ними. Слава Украине!